В Вене во вторник начался решающий раунд переговоров по иранской ядерной программе. Координатор «шестерки», пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии Кэтрин Эштон и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на встрече в иранском посольстве согласовали процедурные детали нового раунда консультаций. Зариф назвал переговоры хорошими и добавил, что все будет зависеть от политической воли к достижению конкретных результатов. Запад же требует гибкости от Тегерана. «Шестерка» международных переговорщиков и Иран постараются преодолеть оставшиеся разногласия. К последнему дню этой встречи, 24 ноября, стороны намерены выработать всеобъемлющие соглашения. Однако гарантии на согласование документов в срок не может дать ни одна сторона, отмечает ТАСС. Соглашение должно гарантировать мирный характер ядерных исследований, проводимых Тегераном, и содержать процедуру снятия международных санкций в отношении Ирана.